Я анимешник! Так. Бери у меня сиськи. А ты сам просил добавить, Миляна. Ну это когда женский образ был. Короче, нас позвали в Рисмут сначала. Короче, сказали короля спасти. Потом в Трарт спасти. Говорят, Чебоксары налетели, писец. Атака Чебоксаров произошла? Атака на Чебоксаров происходит сейчас. Ну пойдемте тогда спасать. Ну пойдемте спасать. Пойдемте. Так, а вы мне, может, научите сначала пользоваться вот это упом, упом? Ну, ща. Сейчас научим в действии. Че, полетели? Короче, летишь и сразу юзаешь эту эмоцию. Ебать. Ебать. Хуяндок. Все, пошли. Надо взлетать, ребят. Блять, мост закрыт. А придется мост закрыт. Полететь. Да, ой. Ай, блядь, я твой, блядь, ебать, блядь. Да нормально, нормально, я просто не натренировался. О, пятерка. О, пятерка. О, пятерка, можно вопрос? Пятерка, можно вопрос? Пятерка. Пж. Блядь, они здесь, Чебоксары. А с пятерки можно зайти на СП? Блядь, Чебоксары, нахуй, атака. С пятерки можно. О, пятерка. О, пятерка. Блядь. А можно... Они чуть не сожрали меня. Блять, я, короче, на секунду даже подумал, что я начал отупевать, блять. Нам сказали, что где-то здесь король, надо его найти, он в одном из этих замков. Пойдемте по домам, не блять, а их ну, невозможно, да, истребить из-за их количества большого? Невозможно, возможно. Надо их разделить просто. Пока что давайте королю пойдем, жатва воздуха мало, поэтому по крышам придется паркурить. Блять. Нет, Оля! Оля! А можно вопрос? Можно вопрос, пожалуйста? Надо идти дальше, они уже мертвецы. Бля. Хуяндо. Блядь! Блядь, помогите! Я упал! Мама! Пятерка! Пятерка, Пятерка, а где замок? А я не знаю, я не вижу. А блять! Они здесь, блять! Они здесь! Вон он. Я вижу. Вон он, на крыше. Полетели. Блять. Вдруг там Чебоксары. Я знаю, я смотрел. Мы должны на лифте. Кто-то должен на лифте спуститься, а другие должны им нахуй жопы разрезать, блядь. Подожди, поаккуратнее, блядь. А тут могут быть Чебоксары? Возможно. Это когда кто? Стрим? Блядь, Чебоксар! Я вычислил! Я сначала думал, что он такой нормально одетый, блядь! Мистер Пятерка, будет стрим сегодня. Блядь! Убью его за хуяр. Звезда, блядь! Ты уволен! Куда? Блядь, в подвал пошли. Блядь. Может... Мистер Пятерка, оцените скин, Мистер Пятерка, она с помощью за Мистер Пятерка. Мистер Пятерка. Алло, король! Алло, убивай! Мистер Пятерка. Ой, блядь, типа Никите ебанул. Мистер Пятерка. Они ставят скины гены! Мистер Пятерка. Ой, не бей, Мистер Пятерка, за что? Блядь. Мистер Пятерка. Мистер Пятерка. Блядь!
Поднимайтесь! Блять, они бегут сейчас, они сюда бегут, блять. Я штук 7 нахуй снес. Сейчас сюда будут подходить. Мистер Пятерка. Возможно, я об этом подумал. Блять, они включают эти эмоции с пенисами. Блять! Кадастры. Блять. Как же мне? Бля, по съебам нахуй! Давай наверху обсудим! Бежим, бежим, бежим! Блять, есть табличка, напиши запретка! Стрим будет, будет стрим, будет стрим! Блять! Да? У меня так есть план. Саски и Карим залетают первыми, берут на себя основную волну. Потом мы, Амелян и Кирилл, мы втроем залетаем. Кто-то один берет короля, а другие двое защищают твой... Мистер Пятерка, мистер Пятерка. Блядь! Мистер Пятерка, как дойти на СП? Блядь, ну по одному они не опасны, если их еще и мутить, то вообще... Мистер Пятерка, 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 мистер Пятерка. Да скиньте его нахуй! Как вам план, ребят? Так, охуенно. Ну в принципе нормально, а как отвлечение? Что отвлечение, блядь? Они должны будут вдвоем излететь, начать всех пиздить и говорить какую-нибудь хуйню про СП. Они должны будут на это загриться. Пятерка! Блядь! У тебя есть что-то саундпады там? Пятерка! Блядь! Так, ладно, давай, ты, короче, тогда поднимай его и нормально. Хорошо, давайте. Карим, Саски, залетайте. Через несколько секунд. Поехали. Мистер Пятерка, мистер Пятерка. Ебашь его! Письку, письку, соси письку, соси письку. Пойдем, пойдем! Побежали. Так, они входят первые и отвлекают на себя? Да. Я залетаю, пытаюсь забрать короля, а вы отвлекаете. Блять, быстрее! Я мистер Пятерка! Всем привет! Я мистер Пятерка! Смотрите! Пойдем! У меня стрим! Пойдемте! Я разрешу вам задать все вопросы! Ответы на все вопросы! Стрим завтра! Он нас услышит! Ну привет, пупс! Блять. Никита, чё, блять? Зипайл. Можно вопрос? Можно вопрос? Нельзя, я блядь! Не знаю, у меня два варианта. Либо король куда-то спрятался, либо... Чё? Один на один забив слабо, лох. Да. Блять, они неубиваемые, нахуй. Король, здравствуйте! Здравствуйте. Это, кстати, не самое безопасное место. Я... Да? Да. Я всегда долго забирался. Расскажите, что вы знаете об атаке Чебоксаров? Я не знаю, это какой-то кибервирус. Просто у нас есть знаток по вирусам. Пожалуйста, ученый. Нет, это определенно не вирус. А. Пятерка? Блять! Это что, Пятерка настоящий? Блядь. Пятерка, можно скрин, пожалуйста? Нет, пожалуйста. Блядь. Я твой фанат. Пожа, можно скрин? Пожа. Блядь. Вы видите, это небезопасное место. Давайте вот туда и режем этот канат нахуй. Давай. Так, расскажите, что вы знаете об атаке Чебоксаров, пожалуйста. Быстрее. Хотя бы, ну, что вы... Я знаю. Как вы оказались там? Вы были в отключке или вас трахнули? Это или что? Пятерка, блядь. Я просто ходил, паркурил, упал. Он нас услышит и замучит. От громких криков. Он нас услышит. И меня принесли замок. Вопрос. Чебоксары не умеют блоки строить. Ребята, он нас замучит. Ёбаный в рот, блять. Это вообще... Оля, ты выжила? Это девайр. Алло! Валим из города. Из города валим. Так, а короля куда? Вот туда, вниз. В этот портал бегом. Быстрее, блядь, быстрее! Я их отвлеку на себя!
Всем hello! Я мистер Пятерка! Вот сюда, сюда, сюда. О, братан, ты меня встретил, пиздец. Да, братик, да. Они меня хотели трахнуть в уши, блядь. Ой. Это пиздец. Они каждый раз хотят кого-то в уши трахнуть. Да? Я думал только меня. Так, здравствуйте, я тоже здравствуйте, был... вы уверены, что тут безопасно? Мистер Пятерка, можно скринку же? Нет, я не уверен. Мистер Пятерка, мистер Пятерка, мистер Пятерка, мистер Пятерка. А можно вопрос? Как же мне... Бля. Добиваем мужичек. А можно вопрос? Мистер Пятерка, мистер Пятерка. Блять, ну придется что, долететь на? А можно вопрос? Блять! Я убрал, стойте, дайте силу из... Все, Блять! Чебоксары, они меня заебали, нахуй! Братик, мы должны бороться, чтобы ни других людей не заебывали, чтобы на всех... Нихуя, зайдут новые, мама дает деньги, нахуй, я знаю. А некоторые просто с маминой карточки пиздят, блять. Тогда мы вот должны их пиздить с двойной силой, чтобы их потом мама еще отпиздила. Да, это правда. Это очень большой моральный груз, блядь. Нам нужно найти девианта среди чебоксаров, чтобы он пиздил других чебоксаров. Ебать, а как это можно сделать? Я не знаю, надо найти какого-то чуть более разумного чебоксара, я не знаю. Но я вообще заметил одного такого, он, как только меня увидел, он сначала промолчал, и потом, видимо, его перебороло чебоксарство, и он потом опять начал говорить. Я даже подумал, что он на секунду надо адекватный. Найти. Надо его найти. Ты помнишь, как он выглядел? Подождите. А где Эрен Йекер? Крекер? Йекер. Крекер. Некер. Мистер. Ты помнишь, как он выглядел, того, которого ты встретил? Блять, как чебоксар, ну, очки. Типа, это я вряд ли тебе как-то... Ну, как чебоксар... У него были бирюзовые очки, вспомни. Не, я не помню, я правда не помню. Я ни на что не гожусь, я в нашей команде, чмо! Вспомни, вспомни, ты нас множество раз спасал. Как когда мою маму бил какой-то алкаш. Да, это правда, я осознал. Всего лишь одна серия на это ушла, но я осознал. Да, действительно, я нужен команде, ребята. Извините, что я об этом забыл. Но это аниме. Теперь мы доверяем тебе своей жизни, чтобы ты спас нас своими руками. Да, и в следующей серии я пожертвую собой. Да. А где этот Олигофрен? А вон она пытается развернуться. А. Вот у нас спускается. Оля, у тебя нормально все? Нихуя не. Ты застряла, что ли? Клевая поза, кстати. У тебя бампер видно, Оля. Какая! А, вон, король. Вопрос. Успел. Так, ну ждем рестарт. Ребята, давайте говорить тихо, чтобы он не замутил. Давайте тихо говорить, чтобы он не замутил. Ёбаный в рот, я сейчас стену въебусь, блядь. Это козёл украл УПМ. Блядь, они уже все ближе. Чебупица! Чебупица! Блядь! Скидывай его, нахер! Блять, они строят хуйню! Мистер Пятерка. Мой друг хочет пойти на СП. Можно с пиратки? Блять, ебаный. Можно с пиратки? А. Мистер Пятерка. Ой, блять, король, извините. Ничего себе. Сейчас эту шейку вскрою нахуй. Дэбай его. Сука, у этих чебоксаров я на колонках, там мой стрим, пиздец. Они реально чебоксары, посмотри нахуй на это. Я смотрю стрим Кирилла, я так люблю его стримы. Пожалуйста, Пятерка, распишись на пенис. Чебоксары, смотрите пиво, чебоксары, смотрите. Ой, блядь. Они не знают, что это, и мама не разрешает, блядь. Смотрите, этот кристалл сам Яко подписал. Пиво, смотрите, пиво.
Пятерка, мистер Пятерка, а можно зайти на пиратки на СП? С пиратки на СП можно зайти? У тебя пиратка, блядь, долбоёб! Блядь, Никита! Блядь, надо выше, здание выше! Пиратки на СП, можно зайти? С пиратки на СП, можно зайти? Так а как мы короля сюда доставим? Да похуй, пускай сдохнет. Ну и пошел он нахуй, короче, да. Блять, как на этот, как девианта найти? Полетели в казино, похуй. Блять. Я полетела в казино. Нахуя? Я могу героически пожертвовать собой на одну серию. Ну я тоже могу так сделать. Меня забыли. Так, алло, король. Съебывайте да, отсюда, тут опасно будет. Хуйня, они блядь. Бегут. Там табличка, запретка, они поедут. А, блядь. Зайти, пока мы табличку не сломаем. Блядь. Они сейчас как раз таки соберутся вокруг этой таблички, мы ее сломаем, и они все туда прыгают. Гля, а этот прошел табличку. Прошел, дебилоид, блядь. Мистер Пятерка, у меня вопрос, у меня брат, мы купили пиратку. Ой, мы купили проходку. Мы блядь, она собой сейчас пожертвует. Мистер Пятерка. Ломай таблички, ломай! Блять, тут выжившие. Блять! Смотри, тут боевой. Сука, у них саундпады нахуй. Все, мне похуй. У меня есть тотем вообще? Да нет. Я собой пожертвовал, но потом окажется то, что это был... ну, я сделал вид, что я умер, типа. Помогите, блядь! Алло, братанчик. Оля задержит его. Не бей! Мистер Пятерка, держите лор! Пятерка, держите лодку, уплывайте, мистер Пятерка. Вот, мистер. Здрасте, Пятерка. Не все резики. У меня, короче, мы проходку купили. Привет, Пятерка. Я знаю, сейчас, человечка, резики оставшиеся. Ой, мистер Пятерка. Да, блядь! Ну так ответьте на вопрос. Хуярь его! Что делать? Гусь, да блядь. Вот это вас за хуярь, нах! Не надо меня бить! Ай! Милана. У тебя есть идеи? Надо их просто взять. Может, самим стать чебоксаром? А как вылечить их? Я не смотрел еще эти серии. Они не прыгнули, они... Ты не понял, ты не понял. Нет, там по-другому должно было. Я должна была включить колонку с их любимым треком. Продемонстрировать любимый трек? Давай. Ага. Услышать охуенный трек, и побегут за мной. А я спрыгну в лаву, и они за мной, соответственно. Ну все, ну давай тогда, собирай их. Они умные, сука, они не спрыгнули. Блять, их мало осталось, хуярь. Когда стрим. Хуярки остались. Мистер Пятерка. Как убить проходку? Мистер Пятерка, у меня вот такой вопрос. Вы не отвечаете на него, почему? Мистер Пятерка, здравствуйте. Смотрите, Пятерка, смотрите. Пятерка, настоящий. Блять. Я нашел самого тупого чебоксара. Блять, короче, я вам сейчас психологический портрет рисую. Да. Значит, вот представьте, ивент,
где люди играют чебоксаров. И кричат: можно вопрос, можно вопрос. Но мне в личку пишет человек: привет, можно вопрос, нужно снабжение для вас. То есть он нахуй чебоксар в квадрате, блядь. И у него ник ЛПшка. Я ее увидел, скил срочно. Вот, так что он как бы на, ну, понимаете, на ивенте, где высмеивается то, что можно вопрос, он пишет ПЖ-вопрос, ну, типа, он мега еблан. Давай, мне кажется, это хуйня, раз, не возрождай. У меня нет лавы, у нас ничего нет, у меня есть только зажигалка, я могу пол поджигать. О, подожди. Может, я буду от них убегать и поджигать пол? Сейчас, о, мистер Пятерка, снабжение, снабжение, мистер... Да вот, это самый тупой чебоксар! Я применил секретную силу. Какую? Сейчас почти уже ночь, я им стоны врубила, они все разошлись. Потому что их мама заругает, они все на колонках играют? Да. Ебать! Чел, ты просто гений. Нам нужен модератор. Нихуя его нету сегодня, блядь. Так еще время не 11, блядь. Он должен... Нет, у него просто он опять гандон чебоксар. Порвался, XXL, блядь. Пиздец. И опять он за тестами на беременность побежал, сука. Скоро в голосовухе на 20 минут расскажет. Да-да, он ее в попку трахнул, а она заплакала из-за этого, сука. Ну это классические истории от Твистера. Слушайте, давайте, ну я так просто, ну вкину. Ну а правда, что, ну последние полчаса вообще нахуй, ну то есть, похуй. Да. Вообще мы должны были спасать королей, но все вышло из-под контроля. Да. Это пиздец, блядь. Дальчанский. А, я придумала, сейчас, секунду, ребята, я сейчас все сделаю, я... они сейчас все испугаются, секунду. Давай. Блядь. Они распознают, е-бать. У тебя сиськи. Бежим! Бегите нам! Снабжение главных героев аниме и манги, снабжение главных героев аниме и манги, подходите. Это самый жесткий чебоксар в квадрате. Эй, верните рейсы мои, это мои рейсы. Я сейчас всех забаню, я сейчас всех забаню. Алло, рейсы, верните, пожалуйста. Бля, это такая хуета. Так, вот вам последний вызов. Так, спасибо. Флешбеки из детства. А мне тоже надо вроде. Алло, верните рейсы, блин. И мотивация. Блять. Последняя стратка. Я сам стану чебоксаром. Ой, я об этом. Я в говне. Иди сюда, спасу тебя. Все. Я сам стану чебоксаром. Чтобы изучить их изнутри. Я чую собрата. Собрата. Ой, блядь, а меня-то зачем за... Собрат. А где пятерка? А где пятерка? Ребята, а где пятерка? Не подскажете, где пятерка? Да нет пятерки, меня убили, сиреси потерял. Хотите купить кристаллы? Мы же не буду чебоксарить. Картошки, картошки. Нам надо найти пятерку. Да, надо пятерку найти. А вы только мне не подскажете, а зачем мы его ищем? Надо вопрос, а где он? Пойдем искать пятерку. Пойдем тогда. Смотрите, какие новые звуки я скачал. Какие? Как вы думаете, ему понравятся эти звуки? Капец. Где ты такие звуки скачал? У гуся-музя, он их ставил на стриме пятерки.
Может быть, он в полной шляпе? Он в полной шляпе, наверное. Нет, его тут нету, блин. Давайте его тут поищем. Нет, точно нет. А где он может быть? Это пятерка, ребята, он нас обманывает, это пятерка. Это вранье, бей его. Это пятерка. Бей его, он врет. Нет, это настоящая пятерка, я знаю. Вот он голый. Ребята, я пятерка. Он мои рейсы украл. Там Ека, ты же, блядь. Там Ека. Ну, я пал смертью Чебоксара, но мне опять придется нахуй... Сука, все, я заебал. Че за хуйня, нахуй? Этому конец будет, блядь? Да какая концовка? Мы полетали круто. Эмоции крутые, вот смотрите, вот я летаю. А дальше-то что, ёпта, я все ресурсы проебал сейчас от кристалла, нахуй. Там толпа чебупит сейчас поднимет, блядь. Мы победили? Да. Да, мы их трахнули. Да. Моя жертва не была напрасной? Не была. Нет. Давайте тогда танцевать на складе в честь этого. Давай. Пойдем на склад. Алло, модератор, можно мне рейси? Рейсы сейчас будут.